Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как же правильно нужно обращаться с волосами, чтобы они вам помогали в привлечении изобилия, достатка и благополучия. С волосами человеку нужно быть очень аккуратными. Они имеют очень сильную энергетику, и чем сильнее у человека энергетическое поле, тем большая сила у его волос. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы ваши волосы попадали в руки к недоброжелателям, к завистливым, несчастливым людям, так как это может отобрать у вас не только силы, но и перекрыть поступление нужных для вас светлых энергий. Еще с древних времен женщины старались тщательно ухаживать за своими волосами, заплетать их в косы и не давать, чтобы к ним кто-то прикасался, так как боялись влияния на свою жизнь со стороны. Немаловажным считается и найти правильного парикмахера, который имеет полноценную семью, положительного, доброжелательного человека, у которого с энергетическим полем все в порядке. В противном случае, во время того, как данный человек будет вас стричь, он вам может принести большой вред. Часто бывают случаи, когда во время стрижки человек лишается удачи, любви, благополучия, здоровья и даже денег. Поэтому уделите особое внимание учениям, которые связаны с волосами. Вы должны заботиться о своем энергетическом поле и не позволять никому его у вас отобрать. Многие женщины не придают внимания дням, в которые записываются на стрижку, не соблюдают учения, правила, а потом жалеются о том, что счастье обходит их стороной, а неприятности, проблемы ожидают их на каждом шагу. Помните, не стоит позволять мастеру без вашего разрешения укорачивать волосы больше, чем вы желаете в данный момент, так как это ощущение у вас возникает на подсознательном уровне. Также и наоборот, если вы пришли в парикмахерскую и ощущаете, что у вас есть желание обрезать волосы короче, чем вы подстригались, всегда до этого момента так и сделайте. Это также ощущение на энергетическом уровне. Вы хотите в этот момент убрать накопившийся на волосах негатив. Так, если у вас постоянно что-то не ладится, свои дела вы не можете закончить с успехом, а любовь вас обходит стороной, выберите правильный день, сходите к парикмахеру и кардинально измените свою стрижку, цвет волос, и вы увидите, как быстро положительные изменения произойдут в вашей жизни. Как то, чего вам не хватало, появится в вашей жизни в самый короткий промежуток времени. Если вы видите, что ваши волосы растут очень медленно, запишитесь на стрижку в первый день растущей луны. И когда будете их остригать, про себя трижды скажите следующие слова. Волосы остригаю, проблемы с ними убираю. С этого момента волосы быстро растут, счастье мне принесут. После проделанного ваши волосы будут расти быстрее, как вам и хотелось. Если же вы, наоборот, желаете, чтобы ваша стрижка сохранялась дольше, стригитесь на убывающую луну, при этом проговаривайте такие слова. Стрижку сохраняю, сознательно рост волос, луну приостановить прошу. С этого момента ваши волосы будут расти медленно, если вы пожелаете, чтобы они вновь росли, как ранее. Проговорите на растущую луну такие слова: «За прошлую просьбу, луна, тебя благодарю. Рост волос моих восстановить прошу». После проделанного обмойте волосы отваром из ромашки, и они, как и прежде, будут быстро расти. Но не стоит этим злоупотреблять. Если попросили о замедлении роста, минимум через полгода просите о том, чтобы росли быстрее. Если у вас редкие волосы, они ломаются и быстро нарушается форма стрижки, так как они непослушные, сделайте стрижку в полнолуние. При этом проговорите обязательно следующие слова. Волосы свои укрепляю. Их энергетической силой наделяю, все прежние проблемы с ними убираю. Проговорив эти слова на протяжении 7 дней после мытья, ополаскивайте волосы отваром из крапивы. Проделывая это, вы увидите, как быстро изменится состояние ваших волос. Очень важно следить за своими волосами, так как от их здоровья напрямую зависит энергия, которую вы будете притягивать в свою жизнь. Поэтому не забывайте периодически делать отвары из трав, использовать различные витаминки, укрепляющие маски на основе натуральных продуктов.
Так вы укрепите волосы и притянете к себе потоки положительных энергий, которые и наполнят вашу жизнь различными положительными событиями. Не забывайте, что абсолютно все манипуляции, которые вы будете периодически делать со своими волосами, будут влиять на вашу энергетику. Так, например, если вы целый день будете находиться в помещении с большим количеством людей, то чтобы сохранить свое биополе в целостности, заплетите ваши волосы в косу. Так посылы от недоброжелателей не принесут вам вред. Если же вы хотите, чтобы волосы были распущены или у вас же короткая стрижка, то тогда приколите любую заколочку, заколов прядь слева, при этом проговорите такие слова: «Прядь заколю, помыслы негатива, отправленные в мою сторону, прочь отгоню». Этим вы выставите для себя защиту. Также никогда не давайте трогать свои волосы даже близким подругам, так как вы не знаете, что у данного человека в этот момент на душе и какие мысли в голове. Возможно, в этот момент такой человек захочет искренне оказаться на вашем месте, позавидует, и его биополе окажется более сильным, чем ваше, из-за чего вы в результате останетесь без того, что пожелает данный человек, а также еще и биополе ваше разрушит. Более того, ни в коем случае нельзя давать никому пользоваться вашей расческой. Этот предмет должен принадлежать только вам, так как он постоянно контактирует с вашими волосами. И человек, который причешется вашей расческой, может отобрать у вас здоровье и красоту, притянув к вам постоянные проблемы, которые изменят вашу жизнь в худшую сторону. Если вы увидели, что кто-то взял вашу расческу, сразу промойте ее под проточной водой. Насыпьте на нее 3 щепоточки соли и еще раз промойте, при этом проговаривайте такие слова: «Негатив и энергетику чужую убираю, свою вещь очищаю, только своими энергиями ее наделяю и вред причинить себе не позволяю». Далее хорошо вытрите ее после проделанного и сразу прочешите свои волосы, при этом думайте о чем-то хорошем. Так вы сможете зарядить ее своей положительной энергетикой. То же самое касается резинок, заколок, они также несут вашу энергетику, поэтому не стоит рисковать и кому-то давать их в пользование. Причесывайте свои волосы аккуратно, так, чтобы не вырывать их, иначе вы отбираете положительные энергии, из-за чего будете терять свою энергетическую силу. Соблюдая все правила, которые касаются ваших волос, вам не нужно будет переживать за свою энергетику, она будет в целостности, и никто не сможет вам причинить вред. Берегите свои волосы, так как это ваше богатство, при этом как в физическом, так и на энергетическом плане. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.